А мы берегем сны, цепями и лентами, большими надеждами и вечными, но всякие там. А мы с тобой связаны секундами вечности, парим бесконечно. Смотрите, мы прям уже пару нашли. Вот так пришло время чего? Тоста! Ну, знаете, вот тоста, говорю, люблю, говори, да. Но в тишине не люблю. Вот, покажите, вот, семья моя, вот, мне что надо делать? За тебя. Покажите, вот, как вы делаете, когда я говорю тост? Высоко, высоко в горах! На высоком склоне! Где птицы летают и поют свои красивые песни. Повстречалась пара, прекрасная пара, парень и девушка. Она ему пела, и они танцевали. У парня была мать. Жила она тоже в горах. И все она мешала, мешала ему, но все-таки лохаем, лохаем на ночь. Вот смотрите, вот так вот я произношу тост. Но все проверяли, насколько вы евреи, я тоже хочу. Пожалуйста, налейте ваши... Не во что. Ну вот, сейчас будет во что налейте. Я хочу услышать от каждого района тост. Но не просто... А что был тост, а остальные все делали как? Вот так. Я сейчас начну, а вы все продолжайте по очереди, начиная с этого района. С этого района, с района Рублёвка. Один большой тост хочу. Один большой тост хочу. Тост кому? Тост молодым кому? Кому тост? Вы что? Ну,